И главная награда – звание лауреата в номинации за развитие внутреннего туризма будет вручена прямо сейчас, короткое мгновение до появления конверта в руках Ирины Владимировны. Итак. Большое название. Итак, за развитие внутреннего туризма главная номинация – частная научно-производственное унитарное предприятие «Автоматизированные технологии туризма». Большую оценку нашей деятельности. Это награда, это заслуга всего нашего коллектива. Это, конечно, даст новые нам силы, новые креативные идеи. Мы будем дальше работать на благо нашей страны. Спасибо. Хотела бы вам сказать, не понаслышке 21 век, вот он здесь. Потому что когда ленивые туристы или просто занятые туристы, сидя у себя дома у крана, у монитора, компьютера или на работе, выбирают себе тур, вот она компания, которая помогает нам это делать. И я полагаю, потому что это уже знают эту компанию, очень многие пользуются услугами, что завтра у них появятся картинки в 3D, 4D и 5D формате. Я думаю, у вас за вами будущее, потому что вы помогаете всем здесь сидящим, чтобы ваши услуги ими и их услугами воспользовались. Вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам, Ирина Владимировна. Приглашаем вас. Данной номинации становится также частное научно-производственное унитарное предприятие «Автоматизированные технологии туризма». Аплодисменты дипломатам.